Пришло время найти ответ на величайший вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Здравствуй, Дуайт. Какой хороший солнечный денек. Идеален для работы в поле. Наверное, да. Наверное, да. Мой счастливый цвет черный, а у тебя какой? Судя по всему, белый. Тебе черви не попадались? Вижу одного червя. Черви такие, я вон там был маленький червяк такой розовенький. Это что, портал? Бляха, походу портал. Телепортация в курином королевстве. Обосраться. О, здравствуй, что такое? Курица или яйцо? А, ты про ту старую загадку. Все знают ответ на нее, это... А впрочем, почему бы тебе самой не найти ответ? Я бы мог просто его дать, но разве так будет интересно? Принеси-ка мне старую философскую книгу, она где-то в архиве. Думаю, я смогу найти тебе подсказку там. А, ты нашла книгу. Мне понадобится время, чтобы изучить ее. А пока я тут читаю, почему бы тебе не протянуть своим соседям крыло помощи? Поговори с Молли в детском саду, мне кажется, дети совсем ее измотали, и ей не помешала бы помощь. И еще заскочи к странной семейке, которая недавно поселилась в деревне. Их что-то беспокоит, а недопустимо. Тревожные жители? Да ни за что, не в мою смену. Я тут приступлю к чтению, а ты пока можешь поиграть в местного супергероя. Давай-ка нарисуем маленькое веселое облачко. Хочешь шутку? В общем, заходит как-то курица в бар. И ей говорят, извини, у нас птиц не обслуживают. И она отвечает, да все в порядке, курица не птица. Извини, что отвлекаю, но может у тебя найдется минутка. Видишь ли, цыплята должны были вернуться к этому моменту. Но похоже, они опять играют в прятки. Не могла бы ты отправить их ко мне, если найдешь? Хорошо? Окей, спасибо, удачи. А, вот цыпленок один. Хорошо. Один. Не понял. А, вон эта собака такая. Бу! Напугал, да? Brother, what's that? То есть они могут прятаться вообще везде. Или они только в городе прячутся? Ну, по идее, ну, аппа еще один, смотри, желтенький стоит. Ага. Но я хочу еще поиграть! Нет, нельзя. Нельзя тебе больше играть. Научиться скучно! Да мне похуй, делай, что говорят. Слышишь, какой-то голос в колодце. Может, проверишь? Дай-ка сниму крышку. В колодце цыпленок упал. Почему я не пойду проверю? Это же может быть опасно, у меня есть семья, цыплята. А ты ведь дерзкая, у тебя есть рюкзак. What? Не-не, я тебя не тороплю, ты можешь спуститься, когда захочешь. Ты же хочешь сама узнать, что там, так ведь? Серьезно, когда захочешь, время не поджимает. Просто запрыгни в колодец и спустись. Проверишь, 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 время поджимает. А зачем я полез в эти тоннели, мне же надо цыплят искать. Ну цыплята же не могли уйти в тоннель. Ну вряд ли в тоннелях будут цыплята, это слишком жестко. Кто бы их туда пустил, если крышка постоянно закрыта была? Напугал, да? Охренеть, серьезно? Как цыплята попали в эту канализацию, у меня вопрос. Почему так плохо следили за этим? А как они сюда залезли? Тут уже все кругом в этой ядовитой жидкости. Как, блин, эти дети, их вообще непонятно, как они в какую-то жопу могут просто забраться внезапно. Казалось бы, это же нереально, но нет, блядь. Так, а я что за говнодемон? Кто потревожил мой покой? Ой, извини, пожалуйста, если напугал. Куда Ктулху? Я просто пытаюсь отогнать монстров всяких. Я тут заплутал в этих туннелях. Я не очень люблю телепортацию. Так ведь даже мир не посмотреть. Я иду в куриную деревню, чтобы навестить кузена. Не говори, пожалуйста, никому, что это я сделал воду зеленой, хорошо? Тебя Мэй прислал? У меня как раз есть работенка для тебя. Можешь помочь мне найти мою лейку? Я был в саду к западу от деревни, но потом я услышал страшный голос. Просто кроме меня там обычно никого нет, понимаешь? Я испугался и тут же дёру дал.
Давай я тебе открою калитку. Ты там только поаккуратней будь, место совсем обросло. Найти лейку. Так, ну лейку мы... Это что такое? Не лезь, блядь! Это меня сожрет? Где цыплят, блядь? Где эти засранцы? Сидит собака! Вот, блин! А я думал, что нашел хорошее место, чтобы спрятаться. Молли сказала не разговаривать с незнакомцами. Ну и окей. Ай, больно! Зачем ты это сделала? Ай! Обиделась? Извини. Не волнуйся за прошедшее. Понимаю, внешность может быть обманчива. Но, может, в следующий раз не будешь судить о растении по бутону? А, лейка! Я нечаянно напугал ее владельца. Теперь пускаю свою лозу по округе, чтобы того фермера и вернуть ему лейку. Но как-то безуспешно. А я надеялся, что у нас получится подружиться. Знаешь, тут бывает очень одиноко. Можешь отнести лейку тому фермеру и сказать, что я не хотел его напугать. Ты нашла ее! Как же я по ней скучал! Что-что? Тот голос принадлежит огромному страшному растению? Любопытненько. И оно еще и дружелюбное. Наверное, загляну-ка я к нему в гости. В любом случае, ты можешь идти к мэру и рассказать, что я доволен твоей работой. Бедное растение. Я должен был поговорить с ним, а я взял и сбежал, сверкая лапками. Знаю. Я устрою пикник и извинюсь перед ним. Ты их нашла. Спасибо. Ты не представляешь, какое это облегчение. Не, я серьезно. Я думала, что с ума сойду. Совсем чокнутой стану. Ну, думаю, я так и сяк ненормальный стану, верно? Ха-ха. В любом случае, спасибо за помощь. Пойду-ка я к ним, пока они опять не разбежались. Так, лейку вернули, цыплят нашли. Отлично. Так, ну все, теперь мэр обязан просто выдать мне философскую книгу и загадку и ответ.